Встречай утро с новым миром. Сколько нужно съесть шоколада, чтобы снять стресс? Человек, изнемогающий от усталости, после шоколада некий прилив сил, как от любого стимулятора, чувствует. И как в домашних условиях определить некачественный шоколад? Масло какао там, скорее всего, не так уж много. Открой для себя тайны еды. Как сделать отдых у воды безопасным для ребенка? Нельзя не только пить, но, в принципе, брать воду в рот тоже нельзя. Этого достаточно для того, чтобы заработать кишечную инфекцию. Детей очень часто невозможно выгнать из воды. Но если вы видите, что он начинает синеть и клацать зубами, да, то, конечно же, надо это прекращать. Ребенку, особенно ребенку маленькому, глубины по колено достаточно, чтобы утонуть. Узнай больше в школе доктора Комаровского. Как из простого набора продуктов, которые есть у каждого на кухне... Дыня, 3 морковки, 2 баклажана, 2 луковицы. Всего лишь за 20 минут... Время пошло! ...приготовить кулинарные шедевры. Это настоящее творчество, это настоящая фантазия, это искусство. Гастрономические секреты. 20 минут и все. В программе «Кулинарный поединок».